прыгаем, танцуем. Володя, здорово. Здорово. Тебе сюда здравствуй. Мы здесь все. Ну, здорово. Машем улыбаемся. Здорово, братья. Здравствуй. Машем улыбаемся. А, добрый вам вечер, особенный вам добрый вечер. О, хорошо, тут тепло у вас. Как обычно, да. Тебе даже станцуют, Коры глумиться. Ну, вообще спортом заниматься полезно. Будем реабилитироваться. У меня парашютный спорт. Ну, я ВДВ, вот на питнице, все видно. Все видно, нет? Я понял. Будешь участником медико-биологического эксперимента? Какого? А? Вот этот человек вам может много, как и я, сказать. Смотри, прежде чем вам выдать паспорта и выпустить в мир, вас надо хорошенько подлечить. Отмыть. Накормить. А побрить? Побрить обязательно. А лечить нас не надо? Нет. У нас у всех позвоночники, кому зубы вставить, кому не, чего мне, поправить. Мне нужно дырки залечить, зубы вот. Даже на зубы. У меня все зубы. Я понял. Зубы все. Хотя у него, ну там, я не буду там сейчас камеру эту правильно все говорить, но кто поймет, тот поймет. У него он крепанулся чуть-чуть. И там зубы все на месте, потому что он их регулярно и не один раз на день, три раза. Вот сейчас как делал так, пока по землю живем, кишмишами и кусим. Это не знаю, с нами, не с нами. Никого не слушаем. Это наш дурак, мы его обожаем и любим. Я еще не выложил сюжет, я сегодня постараюсь выложить сюжет, где ты стих читаешь. Я могу еще? Какой? Надо еще, я еще какой? Скажу. Давай, рассказывай, конечно. Каждый вечер я буду приходить. Давай короткий, чтобы, ну, чтобы долго так не разговаривать. Давай. Мне снился сон, и в нем мне снилась ты. Кружила на руках тебя, а платье белое твое колышал теплый ветер. Клялись друг другу мы любви, а люди горько нам кричали. Солнышко мое, я тебя обожаю, люблю и на руках готов носить всю вечность. Ну так это такого коротенькие. Да. Ну, в плане смс-ки пойдет, почему нет? Может кому-то понравится. У тебя, паспорта у тебя нету, да? Да был бы паспорт, был бы рай. Был бы рай. Паспорт надо выкупить, он заложен. Итак, дорогие друзья, кто-то из вас может взять опеку вот над этим поэтом, открыть карточку Сбербанка и передать ему управление пин-кодом. Он сможет оформить доверенность на него. А как доверенность? Рукописную ему выписать, если вдруг полиция останавливает, а у него чужая карточка. А он такой, извините, пожалуйста, вот рукописная доверенность. Не лезь. Руки, ноги есть. Не лезь. На сам работяга. Ну, я шпаклевщик, маклевщик, там, гипсокартончик. Ну, так получилось. Потерял паспорт на вокзале, можно сказать. Типа потерял. В итоге я потом его нашел. И заложил его. Ну, заложил, чтобы девушке... Выпить? Нет. Ноги у человека были больные, нужно было взять бинт, ну, все эти лекарства. Я заложил его и взял денежку, ну, как... Чтобы человека обмотать, замотать. Чтобы человеку помочь. Я его заложил. Сейчас вот мне уже два раза... два или три. Валера еще, да? Три раза уже предлагали работу. Ну, сказали, только обязательно паспорт. Ну, как? Конечно, вот? Как иначе-то? У меня в кармане рублей 40. Куда я поеду сейчас? Не поработать ни того, ни сего. Куда там еще девушка вот есть. Беременная. В общем, что с такими делать, Владимир Владимирович? Таких загружать в резервацию, подписывать с ними договор юридического страхования всего, что они становятся участниками медико-биологического эксперимента. Не, мы всегда поможем. Они проходят лечение, обследование, дактилоскопию. И в этом же заведении прикомандированы офицеры МВД, выездные заседания паспортных столов с фиксацией в интернет-трансляции напрямую. Я скажу по-другому. Владимир Владимирович, те, кто хочет и стремится, дайте им толчок. А кто не хочет стремиться, на ваше усмотрение. Из этого рождается тема. Крым присоединили, и огромное количество профилакториев, санаториев, детских лагерей простаивают. Большой процент населения страны находился в местах заключения
имеют а. травмированную психику, б. подорванное здоровье. Огромное количество ветеранов, которые достойны того, чтобы пройти эти волшебные курсы Купеева, о чем я говорю, и реабилитация. Это 100% социальный проект, и вкладываться это все будет производиться за счет внебюджетного финансирования. Те олигархи, которые смотрят сюжеты, для них это шанс, вложив средства в это мероприятие, вписать себя в историю России на тысячелетие. Россия глобально в Крыму запускает реабилитационный центр. После долгих лет оккупационных действий нашего противника Россия пошла в наступление. И проводиться это будет таким вот образом. Не на словах, не бомбы бросать, а в людей конкретно вкладываться. Вот это и будет. Будьте любезны, нормально? Владимир Владимирович. Если он договорил, ну я сейчас продолжу. Давай. Вам здоровья, вам и вашим всем, ну, советникам, ну кто там есть. Всем, и Медведев, ну всем, здоровья всем, дай бог им вообще всего-всего. Наша власть, это наша власть. Ну будь так любезный, пожалуйста. Вот у меня дед, он тоже ветеран, был, царство небесное, его уже нету. Ему государство помогало. Вот сейчас мы в данный момент, мы от безысходности, вот, ну я маму похоронил, да, туда-сюда пошло. Поэтому сейчас, ну пьем мы алкоголь. Вот глупый я человек. Я не буду там выражаться, там, ну не люблю это выражаться, матом, не матом. Ну, дурачок или дурак, там, как там правильно, не знаю. Ну, глупый сильно. Я вот сейчас в данный момент выпиваю алкоголь. И очень сильно выпиваю. А хотя на самом деле я сварщик 4-го разряда. Почему нет? Да ты поэт, дружище. Ну, то поэт, это ладно. А можно теперь я? Все будет. В общем, сухой закон. На территории Крыма сухой закон. И там реабилитация. Россия может себе это позволить. Погрузить людей, где нету этой среды, и предоставить возможность не только сварщик, он же поэт. Давайте дадим площадку, чтобы он раскрылся в этой теме. Таким образом и происходит снятие зависимостей, дорогие друзья. Это самое главное. Я скажу одно. Владимир Владимирович, вы предоставите мне в ковчег. Все-таки вы Путин. Да, все, на этом завершаем сюжет, дорогие друзья. Растущая луна, обратим внимание. Сейчас новолуние. Вот я продвигаю технологии, чтобы можно было слетать на Луну за 5 минут. Автомобиль сел и там. Как мне хочется сказать, вы даже не представляете. Урок астрономии. Вот смотрим, у нас девушка беременная. Ну, вот так, а судьбы у нее получилось, что она сейчас живет на улице. Просто на 7-м месяце. Она все уже скоро родится. Ее не надо снимать. 6,5. Она стесняется. Стоп, снято. Она стесняется.